Здравствуйте, я Юлия Бедрева, актриса театра и кино, и это проект «Тверь Тим». У каждого свое предназначение. Мне, например, сидеть в одном месте мало. Я хочу очень многого. Я хочу быть разносторонней. Я хочу кино, я хочу сериал, я хочу передачи, я хочу театр. Потому что мне интересно, как развивается моя профессия, мое ремесло. И тем самым я внутренне расту. Нельзя остановиться. Тогда ты прекратил существование, тогда бери лопату и копай себе могилу. Все. Была такая история. Зрительница, которая написала, что благодаря вашему спектаклю я не наложила на себя руки. В этом есть суть нашей профессии. Мы спасатели души. Пафосно? Да. Громко? Да. Но как ни крути, все равно. Когда зритель смотрит на нас, он ищет точки соприкосновения с собой. Были проекты, после которого очень много писали. «Ой, спасибо, там, вы такая прекрасна, вы такая расчудесна, здорово сыграли». «Беглецы» – главная роль в Петербурге, которые снимались. И «Канцелярская крыса». Киноискусство, оно и приносит деньги. Там артист может зарабатывать и может на эти деньги жить. Мой один съемочный день – поработать в кино. Мне здесь нужно поработать 2 месяца. Для чего мы это делаем? Хотим ли мы быть известными? Хотим ли, чтобы нами восхищались, быть узнаваемыми? Конечно, хотим. Но если некоторые говорят, нет, а зачем тогда ты это все делаешь? Чтобы тебя не узнавали, чтобы ты был человеком в футляре до последнего своего вздоха, сдохнуть, я не знаю, в своей постели? Нет. Мы делаем, наверное, все-таки все равно мы ищем какую-то обратную связь. Моя сейчас цель есть, я ее вижу, и как могу, к ней двигаюсь. Да, это проект мирового уровня. Если сейчас все выгорит, то, что со мной сейчас происходит, это будет бомба. Не только для Твери. Успех театра зависит от команды. Если это слаженная команда и делает одно дело, не тянет одеяло в разные стороны, да, кто будет сегодня дышать, ноги или голова, или жопа, а делают просто одно дело. Когда есть команда, будет успех.